Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. 150 миллиардов рублей долгов, в том числе по имущественным налогам, спишут гражданам России. Поправки к налоговому кодексу, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей от задолженности, накопившейся до 2015 года, приняла Госдума. В частности, налоговая амнистия предусматривает списание неуплаченных платежей за недвижимость и землю, а также пени, набежавшие на сумму долга. Как отмечает Коммерсант, новый закон прощает те долги, которые и так не могут быть взысканы, поскольку срок исковой давности взыскания по налогам составляет 3 года. Издание напоминает, что в последний раз подобное списание проходило в предвыборном 2011 году. Также документ устанавливает освобождение от земельного налога пенсионеров и инвалидов, владельцев участков размером до 6 соток. Чиновники обещают, что все изменения произойдут без участия граждан, силами самих налоговиков. Дайджест недвижимости. Лучших дизайнеров жилых и общественных помещений выберут в Кирове в конце января. 25 числа начнет работу традиционный конкурс-выставка «Сфера дизайна», на которой представят лучшие реализованные проекты. Определять победителей будут в нескольких номинациях. Общественные помещения, жилое помещение. В эту номинацию попадают квартиры площадью от 80 квадратов, а также коттеджи и загородные дома. Кроме того, жюри определит лучшие работы в номинации «Квартира до 80 метров» и обладателя «Гран-при». Получить награду можно будет и в 10 дополнительных номинациях. Помимо конкурсной программы, будет работать и деловая площадка. Состоятся семинары по профильным темам и презентация лучших дизайнерских проектов. Познакомиться с ними можно будет с 25 по 28 января на 5 этаже ЦУМа. Дайджест недвижимости. Далее информация от наших партнеров. Все социальные обязательства при строительстве в центре города будут выполнены. Об этом заявил директор фирмы «Маяковская» Дмитрий Сергеев. Эта организация строит сейчас в центре Кирова новый жилой квартал. В ближайшие годы на месте бывшего завода «Крин» появится 3 кирпичных 9-этажки. Возведение первого дома на Карла Маркса 18А уже началось. Причем работы ведутся строго по соглашению с горадминистрацией, отмечает Сергеев. Это первый договор в городе Кирове Кировской области, который заключен между собственником и муниципалитетом. В рамках этого договора, так как этот квартал не обеспечен местами в детских садах, здесь у нас будет предусмотрено помещение, которое в дальнейшем будет передано в муниципалитет для детского дошкольного учреждения на 50 мест. Плюс к этому все равно центр города – это развитая инфраструктура, школы, поликлиники, спортивные учреждения, но и доступность выезду в любую точку нашего города. То есть остановки общественного транспорта, а также транспортные развязки. Здесь все присутствует. А парковочных мест будет даже больше, чем предусмотрено по нормативу. При этом, по словам Сергеева, комплексное возведение домов позволяет не только создать комфортные условия жизни для кировчан, уют в центре города, но и вписаться в городской пейзаж. Фасады зданий нового жилого квартала на месте Крина разработаны специально под уже существующую застройку. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.